Это нормальная тема. Так, ну позырим, что в итоге соберется здесь. Давай. Вот что-то зеленое. Выбрав войска нескольких типов, вы можете переключаться между ними с помощью клавиши Tab. Там интересно, Артанис умеет. Сейчас за него покатаем. В поисках зел Нага. Нас свела судьба. Не будем ее искушать. Святилище называют это место храмом объединения. Зилнага должны быть где-то здесь. Пока что я встречала только гибридов. Я сражаюсь с ними уже несколько дней. Как видишь, я не продвинулась далеко. Пророчества говорят о двух вознесшихся расах, которые должны вместе отыскать залы откровения в глубинах храма. Лишь им двоим святилище откроют способ пробудить спящих Зилнага. Никогда не верила в пророчество. И все же, несмотря на наше прошлое, сейчас мы вместе идем к одной цели. Возможно, они заслуживают веры. Говори, живо! Давай доберемся до святилища. Угу. Враги падут. Так, что у нас есть? Цепное. Это что? Гиблинге. Е-ку. Критический удар. Ку это рывок. С
сотка урона, оглушение. На 3 секунды становится неуязвимым, восстанавливает щиты, здоровье. Короче, может возродиться. Звездный ветер. И щиты восстанавливают. Нормально. Мои поиски продолжаются. Мне нужны ответы. Так, ну самое главное. Я зашла так далеко. Это дополнительные задания сделать. Я... Похоже, этот храм хорошо охраняется. Я с ними разберусь. Мы ясно видим путь. Погоди, ты чувствуешь? В этом страже пробуждается великая сила. Чистота формы. Чистота эссенции. Докажите свою силу. Я веду свой народ с честью. Значит, ключи у этих стражей. Полезная информация. Продолжим путь. Смелый план. Так, ну допустим. Главное, надеюсь, ничего не пропустить. Мы ясно видим путь. Будущее принадлежит нам. Эти устройства излучают солнечную энергию. Нужно собрать их. Так. Устройство Зелнага. Зеленые, короче, треугольники. Их 3 штуки надо найти. Так. Сплотившись, мы становимся сильнее. Забираем артефакты. Наши знания – ваше наследие. Так, я веду что? Свой народ с честью. Что-то не показывается, а здесь? Сюда дойти надо. Никаких сомнений. Осторожно! Гибриды! Мы ясно видим путь. Будущее принадлежит нам. Тут, возможно, где-то этот артефакт лежит. Поэтому надо все прошарить. Сплотившись, мы становимся сильнее. Еще один страж. Надо уничтожить его, чтобы открыть врата. Смелый план. Мы ясно видим путь. Будущее принадлежит нам. Нам все еще не хватает одного ключа. Сплотившись, Керриган, к тебе движется страж. Я веду свой народ с честью. Никаких сомнений. Своему народу. Будущее принадлежит нам.
Так, ладно, допустим. Я веду свой народ с честью. Смелый план. Сплотившись, мы становимся сильнее. Мы так ясно видим путь. Где проход-то? Никаких сомнений. Али, это мы прошли в первый. Теперь туда. Будущее принадлежит нам. Смелый план. Никаких сомнений. Сплотившись, мы становимся сильнее. Так, ну ничего нету, вроде на следующей, наверное, карте. Судьба благоволит нам. Святилище еще действует. Накапливает энергию. Скоро заработает. Это твои дружки? Не совсем. Похоже, воины Амуна нашли способ проникнуть в храм. Нам придется убить их. Всех до единого. Ха. Артанис, ты начинаешь мне нравиться. Поддерживать бесконечный цикл. При зарождении новой вселенной они обретали физическую оболочку. Если оболочка разрушалась, они возвращались в пустоту. Все это время они ждали, пока избранные существа соберут все части ключа и найдут дорогу сюда. Амун управляет моим народом через Кхалу, но он лишен физической оболочки. Если отрезать ему доступ к разуму тамплиеров, мы могли бы загнать его обратно в пустоту. Идем, Артанис. У нас впереди долгий путь. Так, еще это вторая карта, здесь, наверное, зеленый. Идем. Скоро наши враги снова появятся в храме. Зеленый треугольничек еще будет. Я веду свой народ с честью. Похоже, ты была права. Ну что, нападаем? Никаких сомнений.
сплотившись, мы становимся сильнее. Будущее принадлежит нам. Так. Я веду свой народ с честью. Алдаримы заняты боем. Давай нападем на них, пока они сражаются со стражами. Каких сомнений? Смелый план. Мы ясно видим. Враги падут. Будущее принадлежит нам. Я веду свой народ с честью. Так, что-то открылось. Здесь, наверное, зеленая фигня. Сплотившись, мы становимся сильнее. Глупцы, вы осмелились напасть на меня? Мои поиски продолжаются. И что это? Мне нужны ответы. Сейчас самое время. Этот проход тоже обрушился. Стой! Гибриды! Будущее придет новый день. Сплотившись, мы становимся сильнее. Никаких сомнений. Ульнар станет вашей могилой. Будущее принадлежит нам. Вот он. Мы ясно видим путь. Наше наследие, ваше будущее. Так, туда он не хочет. Сплотившись, мы становимся сильнее. Они сражаются с другим стражем. Никаких сомнений. Мне нужны ответы. Я — это Рой. Алдаримы пытаются прорваться в зал откровения. Клинки к бою, тамплиер. Сейчас самое время. Никаких сомнений. Настало время тебе. Думаю, мы получили немного времени. Теперь дело за тобой, Артанис. Стены святилища покрыты какими-то узорами. Откуда ты знаешь, что они значат? Контакт со святилищем — это не просто разглядывание узоров. В каждый атом этого камня вложен особый смысл. Начали распространять по вселенной семена жизни. Они создали нас.
как и бесчисленное число рас, заселявших нашу и другие вселенные. Зелнага лишь наблюдают и ищут в своих отпрысках потенциал, но не вмешиваются. Бесконечный цикл неизменен. Появляются две расы. Одна наделена неукротимым духом. Вторая — чистотой формы. Существа с безграничным псионным потенциалом, способные вместить эссенцию Зелнага. Чистота эссенции и формы. Зерги и протосы. Но если Зелнага никогда не вмешиваются, значит, это Амун изменил мой народ. Все наши представления о Зелнага оказались неверными. Идем, Артанис. Скоро мы получим ответы на все вопросы. Должно быть, это последний зал. Погоди. Врата открыты. Стражи уничтожены. Святилище атакуют! Это мог сделать только Амун. Вперед! Нельзя упустить шанс на спасение! Будущее! Нужно добраться до святилища. Никаких сомнений. Сплотившись, мы становимся сильнее. Я зашла так далеко. Я веду свой народ с честью. Никаких сомнений. Темный бог предвидел твою смерть, Керриган. Мы лишь исполним предначертанное. Я — это Рой. Мы ясно видим путь. Никаких сомнений. Я веду свой народ с честью. Будущее принадлежит нам. Смелый план. Никаких. Мы наградимся в крови и огне! Психи какие-то. Никаких сомнений. Сейчас самое время. Я зашла так далеко. Мои поиски продолжаются. Свергните их в вечную бездну! Конец. Мы ясно видим путь. Никаких сомнений. Харак Эмбояж. Будущее принадлежит нам. Мы ясно видим путь. Сплотившись, мы становимся сильнее. Никаких сомнений.
наше будущее — единение в пустоте. Мой народ с честью. Смелый план. Мы ясно видим путь. Судьба ждет нас. За Сиратула! За Аюр! Я зашла так далеко. Начинай шаманить со святилищем. Твоим богам стоит объясниться. Начинай, говорит, шаманить со святилищем. Классно. Силнага, заключенные в зале Вознесения, тысячелетиями дремали в нем. Пока цивилизации гибли и вновь создавались. Они пробудятся ото сна по прибытии двух предначертанных рас. И тогда их старейшины пожертвуют жизнью, чтобы передать избранным свою эссенцию. И те, кто наделен чистотой формы и чистотой эссенции, переродятся, став Зелнага, хранителями бесконечного цикла. Ну что, ты готов встретиться со своим создателем? Готов. Пора войти в зал Вознесения. Там нас ждет ключ к спасению. Тут что-то не так. Да ладно. Бесконечный цикл. Сила Солнца. Так, это все круто. А что было тут? 7500. А. Ну и считай, надо было этим одним играть Артаниса. И 20 гиблинг. Прикольно. Круговорот кислоты в природе. Ой. Так, саларит мы получили. Что-то можно будет прокачать сейчас.
Матриарх, мы обнаружили выброс энергии пустоты из недр храма. Наведитесь на место. Тебе не враг, темный тамплиер. Ни хрена. Выслушай меня, матриарх. Ловушка Амуна захлопнулась. Ваш лидер в опасности. Думаешь, мы глупцы? Да. Но важно сейчас то, что Амун открыл врата в пустоту. Из них сочится тьма. Она погубит вашего лидера и любого, с кем вступит в контакт. Я проведу вас к Артанису, прежде чем его настигнет эта судьба. Мы можем отразить натиск темного. И я должна поверить, что, освободив тебя, не получу удар в спину? Мы тратим время. Опусти клинки. Я Аларак, высший посвященный Талдаримов. Амун предал мой народ. Если ваш иерарх выживет, он поможет свершить месть. Решай. Проведи нас к Артанису. Разумно. Вот это поворот. Матриарх, я активировал дополнительную защитную систему. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Надо это посмотреть, потом побазарить. Мне не о чем говорить с такими, как ты. Ты что, дурачок, что ли, или что? Тогда посмотрю в военном совете чуть-чуть. Так, Рахана, что это с ней? Рахана! Рахана! Вы искали Ульна, и вы нашли его. Здесь все начиналось, здесь и закончится. Отпусти ее, Амон. Вы хотите найти здесь спасение? Но найдете лишь свидетельство провала плана Зелнага. Отпусти ее! Я несу дар забвения. Хватит! Ладно. Талдарим привел с собой своих воинов. Возможно, от него наконец будет какая-то польза. Мы усовершенствовали один из типов войск, снарядив их оружием чистильщиков с Гласиуса. Так, новинка Мститель. Так, дозорный. Так, здесь нету. Часового нету, Феникса нету. Ну-ка. Враг должен быть ликвидирован. Врывается в бой и перехватывает наземные войска противника. Возрождается после получения смертельного урона. Раз в две минуты. Ну такой должен быть по-любому. Сталкер. Адепт. Куда нам направиться? Адепт? Ух ты.
Солдат тень. Увеличивающий. Так. Увеличивающий урон, получаемый пораженными и врагами. Телепортируется к тени через 10 секунд. Так. Наносит больше урона легким единицам. А чё он атакует-то? Уязвимую тень, которая может перемещаться, но не может атаковать. Пораженные тени противники в течение 5 секунд получают 5 дополнительных единиц урона при каждой атаке. Адепт телепортируется в точку, где находится тень. Так, тени летят. Ага, и телепортируются. Действие способности можно отменить после использования. Ну, а атакуют они на земле воздушные, интересно. Ладно, пускай будет. Мстители-то у нас что? Тамплиер, кровавый охотник, стазис пустоты, давай посмотрим. Где скрывается моя жертва? Стазис пустоты окружает выбранную боевую единицу или строение. Стазис пустоты на 10 секунд. Во время действия эффекта цель не может атаковать, применять способности, передвигаться, служить детектором, осуществлять исследования или производство, а также становится невосприимчивой к любым атакам и способностям. Постоянная маскировка. Ну прикольно, пусть будет. Пускай вот эти новые ребята все будут, все-таки что-то надо интересное поиграть. А потом, может, какие-то и третьи улучшения вот этих единиц будут. Ладно, солнечное ядро позырим. Матриарх, ключ начал поглощать энергию пустоты с невероятной скоростью. Значит, Долдарим говорит правду? Храм переполняет энергия пустоты. С каждой секундой угроза подступает все ближе. Пусть я ему не доверяю, но все указывает на то, что он прав. Врата в пустоту действительно открылись. Можно ли установить, где точно находится Артанис? Нет. Мощные потоки энергии делают нас практически слепыми. Тогда, несмотря на все мои опасения, нам придется положиться на Долдарима. Ну и никто. Какая-то битва должна быть. Ух ты. Вызов Феникса. Призывает Феникса на поле боя. В момент высадки Феникс наносит 200 единиц урона всем в указанной области. Феникс может использовать способности Вихрь, Громовой рывок, а также Накопитель щита. И покидает поле боя спустя 30 секунд. Ну, это маловато. Тут что? Массовая телепортация. Мгновенно телепортирует все дружественные войска в указанной области к вашему основному Нексусу. Защищает телепортированные войска барьером, который поглощает до 200 единиц урона в течение 20 секунд. Так, здесь перегрузка щита. Мгновенно окружает все союзные войска и строения щитами, способными поглотить до 200 единиц урона. Время действия 20 секунд. Звездные врата, заводы робототехники можно улучшить, после чего для них открывается технология искривления. На восстановление возможности вызова с помощью искривления требуется на 20% меньше времени,
чем на производство соответствующих боевых единиц. Пускай телепортация будет. Я вот не знаю, подкрепление, вот это копье ставить, нет? Ставим копье. Ой, гармонизацию мне 30 пен обратно. Копье ставим. Ну и все. Это пускай на нуле будет. Время встретиться минус 20 пускай будет. Так, подкрепление, телепортация, ассимиляция. Круто. Назад. Мы посмотрим, какое задание. Твой иерарх, похоже, и не подозревает о грозящей ему опасности. Если ты хочешь, чтобы он вернулся в целости и сохранности, отправляй войска по этим координатам. Бонус 15 целлоритов. Но задание начну я потом уже. Что? Сохранюсь.